Всем привет! И сегодня мы с вами будем делать замечательное оружие глифа кровавого заката. Приступим. Для работы нам потребуется картон, на котором мы нарисуем лезвие, одна трубочка, карандаш, конечно же, нам ножницы понадобятся. Вырезаем сначала первую часть и далее зеркально отражаем ее, рисуем на другой части картона. Это у нас так называемая модифицированная глифа двухклинковая. Их вообще более 100. Приблизительно самих модификаций глефы. Но мы сделаем именно такую. Далее нам нужно сделать оба наших клинка, присоединить к одной стороне трубочки и к другой стороне трубочки. Вот таким вот образом. Немного делаем надрезы. Также они должны зеркально отражаться. Теперь закрепляем с помощью горячего клея. Вы можете взять и воспользоваться не горячим клеем, а резиновым клеем. Он тоже шикарно подойдет. Вот таким вот образом, легкими движениями, хорошо, не жалея клея, все промазываем. Теперь мы облагородим нашу с вами ручки глефы. Для этого нам нужно с вами взять тесемочку, я взяла черного цвета, и с помощью скотча наносим ее. Далее просто с помощью маркеров разукрашиваем лезвие. Вот и все, наша с вами двухклинковая глефа готова. Вы можете ее сделать дома сами, легко, просто и быстро. Всем удачных подделок!